Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Три медали завоевали в Московской области. Пермские спортсмены отличились на этапе Кубка России по легкой атлетике. На стадионе «Метеор» в Жуковском Екатерина Ивонина выиграла забег на 3000 метров с препятствиями. Она показала лучший результат сезона в России – 9 минут 24,39 секунды. Сергей Лаптев в тройном прыжке стал вторым, а Вера Рудакова также оказалась второй на дистанции 400 метров с барьерами. Все трое в параллельном зачете, помимо Прикамья, представляют столичный регион. Прикамские регбисты вновь сыграли на своем поле. В рамках первенства высшей лиги в гости к Витязю приезжал лидер дивизиона – московская команда «Зеленоград». Наши не смогли справиться с опытным соперником и уступили со счетом 20-52. Еще один экс-амкаровец нашел себе новую команду. Защитник Николай Зайцев отправился на Дальний Восток. Он продолжит карьеру в клубе «СКА Хабаровск». Контракт рассчитан на 2 года. Напомню, хабаровский коллектив по итогам прошлого сезона покинул премьер-лигу и будет играть в ФНЛ. И в завершение борьбе «Кэрэш». Масштабный турнир прошел в рамках федерального сабантуя в Чебоксарах. Весовой категории 120 килограммов серебро завоевал пермяк Руслан Маматов. Он уступил только Мусе Галямову из республики Мариэл. Кстати, праздничные соревнования посетило большое количество иностранцев, которые приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу. Испанцы, поляки, американцы и колумбийцы, и болельщики из других стран. Сами они тоже приняли участие, но только в боях мешками на бревне. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.